В Владивостоке закончился Кубок В 2023. Всего встретились 32 игрока, среди них гроссмейстеры с мировым именем, представители дружественных стран и дальневосточники. Фаворит Владислав Артемьев, хоть и выиграл почти все партии, в финале дважды дошел до Армагеддона, где нанес поражение Михаилу Кабале. Победить в таком турнире всегда приятно. Хотя, надо сказать, что и полуфинальный матч, и финальный матч, они складывались сложно, в упорной борьбе. Два из трех почетных призов среди дальневосточных шахматистов достались спортсменам из Бурятии. Республика вошла в состав Дальневосточного федерального округа несколько лет назад. Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов вошел в восьмерку сильнейших игроков турнира. Он оказался первым в дальневосточном зачете. Рассказал, что в шахматы играет с первого класса. В целом, я считаю, что тут ребята все сильно играют. Ну и представители Дальнего Востока, да, тоже составляют конкуренцию. Хорошие игроки. Игра в шахматы тренирует в человеке важные в современном мире качества, развивает мышление и способствует общей эрудиции. Анна Дьякова, новости на восьмом. Спасибо большое.